Всем привет, с вами ProGamer Television, и мы продолжаем прохождение игры Far Cry 3. Сегодня у нас вторая часть прохождения. Напомню, что предыдущий наш стрим окончился очень внезапно, из-за того, что игрушка у нас просто вылетела. Надеюсь, на этот раз такого не будет, но мы будем сохраняться гораздо чаще, чем обычно. Итак, давайте мы сначала посмотрим по созданию предметов, что нам надо. Так, чехлы для оружия. Нам нужны две шкуры акулы, бумажники, кожа казуара, но это не так важно. Так, шкура тапира важна. Так, леопард не нужен. Самое главное, патронаж. Шкура кабана. Вот что нам надо. Так. Но сначала давайте мы найдем шкуру акулы. Акула у нас вот рядом здесь. Так, ну чтобы нам туда идти, нам надо, конечно же, сначала затариться немножко. Так, и это можем мы сделать в своем убежище. Так, мы возьмем пистолет. Какой лучше? Давайте посмотрим. Так, лучше давайте то, что есть. О, слушайте, у нас же тут и апгрейды есть, точно. Но апгрейды, они особо ничего не дают. Так, вместо винтовки возьмем. Так, у нас еще есть магнум, нифига себе. Темп огня чуть медленнее. Хотя... 44 калибр. Ладно. А, это надо покупать. Не, давайте тогда не будем его покупать. Смысла нету. Так. Что у нас можно продать? Так, листья мы продавать, соответственно, не будем. Шкуры мы тоже продавать не будем. По сути, продать у нас больше нечего. Единственное, боеприпасы нам надо купить. Пополнить боезапас. Так, 268. Все. Так, ну теперь мы с полным боезапасом и, собственно говоря, выдвигаемся. Так, давайте посмотрим. Да, еще хотел сказать, что в предыдущей нашей трансляции у нас была проблема с кадрами. Не знаю, с чем это связано. Ну да ладно. Так. А мы идем навстречу нашей цели. Это шкуры акула. И я вообще предпочитаю здесь ходить пешком. Объясню почему. Потому что здесь можно именно встретить как раз интересующие тебя всякие зверей и так далее и тому подобное. Потому что живность в этой игре, она просто уникальная. Вот живность стоит. Так, сейчас мы водителя снимем. Так, напомню, что я играю на максимальном уровне сложности. Игрушка это одна из моих любимых. Так, никого нету, ну да ладно. Самое главное... Так, слезаем. Зачем мы залезли? А, блин, этот чувак там еще и катается до сих пор. Самое главное здесь это грабить трупы. По-другому, к сожалению, никак не заработаешь. Да что у вас всех? Так, с двух сторон сейчас меня, грубо говоря.
Очень жалко. Ну ладно. Блин, мы так до точки-то нифига не дойдем, если мы сейчас тут будем застрянем. Да еще и в голову попал. Но круче всего на них охотиться просто с луком. Ах ты ж, блин. Слушайте, их тут очень много, и я могу как бы концы отдать сейчас. Уже не смешно. Если так честно, я по ходу дела просто деревню распотрошил, которая здесь была. Ладно. Так, напомню, что нам надо... Так, давайте посмотрим, как тут сохраняться побыстрее, если можно. Это испытание ракьят. Но пока мы не хотим ничего испытывать, потому что у нас с этим есть небольшие проблемы. Нам бы сначала... Так, это у нас собаки. Собаки, да. Собаки нам не нужны. Нифига себе. Ты же блин, а? Еще одна собака должна быть, по идее, да? Да нет. Гадость. Не, где-то она и есть. Так, мы там еще одного завалили, барана. Ладно, искать мы его не будем. Да, у нас патронов не айс. Чтобы так тратить. Так, давайте посмотрим, куда нам вообще идти. Так, в принципе, мы можем сесть на параплан и долететь до этого места. Поехали. Немножко сменим направление. Ой, а смотрите, ну прям здесь уже получается. Ой-ой-ой-ой-ой. Фак. Вот и долетались. Что, да вы шутите, что ли? Так, где я есть-то вообще? А, все, вижу. Ну ладно, пень, тогда просто доедем, да и все. Ставим отметочку. Ой,
Блин, слушай, что с дорогами? В общем-то, собственно говоря, и деревенька. Автомат у меня без глушака, что, конечно, очень плохо. Ладно, уехали. Так, напомню, что нам надо захватить точку, прежде чем чего-либо делать. У нас две гранаты, два коктейля Молотова. И вон народ уже стоит тут. Давайте их все отметим. Вот снайпер, самое важное, что надо снять, черепашка. Так, ну это не может быть все. По идее, должно быть куча народу. Что за херней тут воняет? Так, а где у них столбик с охраной? Так, вот еще один. Предлагаю этому прострелить голову. Если бы он сирену включил, мне бы, конечно, конец был. А так все очень ничего получилось, скажем. Плюс еще очки навыков получил. Самое важное — это, соответственно, патронажи и слоты для оружия. Без них вообще тут делать даже нечего. Мы еще не закончили. Не поможешь с заданиями с доски объявлений? Чертовы пираты. Да, конечно, помогу. Мне сначала надо зайти в дом. Вот оно. Счастье-то как привалило. Так, а где у нас здесь вход в дом? Опять патрончиков будет. Так, стоп, а что у нас получается? Мы сейчас... Три слота есть, и еще один нужно освободить, четвертый. Так, где у нас вход? Вот он. Так, все бонусы, все, что тут есть, мы сразу собираем. Цитра обещала. Итак, смотрим, что у нас снайперские винтовки теперь экипирована. Она у нас есть. Так,
пистолеты. Так, вот изменить нельзя, да? Вот. Блин, глушитель, конечно, вещь очень полезная. Ночной прицел даже есть, слушайте. Ну, ладно, это не для этого оружия. Ну что ж, давайте так сохраняемся. Давайте с доски объявления. Пират захватил местную ферму, чтобы вырастить там наркотики. Почтите традиции ракет, убить его ножом. Окей. Где он есть? Давайте посмотрим. Куда нам надо идти? Ну чё так 200 метров-то? Качать. Тут было прекрасно. И снова буду. Ну, прежде чем кого-то убивать, дайте я акул постремаю. Хотя бы снайперская винтовка есть. Что ж ты так тут не можешь запрыгнуть? Итак. Черепашки. Блин, должны же быть акулы. Быть такого не может. Черепашки. Так, давайте посмотрим. Я вообще в то место пришел. Да я прямо здесь стою, где акулы должны быть. Возможно, всплески воды. На запах прибегут. Нет? Так, стоп, это что? Вот она, милая. Вот вторая. Как раз комплект. Одна готова. И вторая готова. А вон там третья плывет назад. Подплыви поближе и дело с концом. Ножом будешь резать? Сейчас задохнется парень. Давай, 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 всплывай. Где-то здесь еще одна была завалена акула. Теперь хрен найдешь. Так, это, по-моему, мы освежевали. А, нет, смотрите, это еще одна. Давай быстрее, чувак. Сейчас утонет. Блин. Окей. Так, создание предметов. Что у нас? Чехлы для оружия, усиленный чехол. Все. Теперь у нас абсолютно все есть. Теперь самое главное нам сделать патронажи. Боевые медицинские стимуляторы надо еще сделать. Отлично. Так. Два стимулятора. Четыре слота для оружия. Ну и последний штришок такой. Нам надо взять оружие. Пистолеты, пулеметы. Вот, у нас есть МП-5. На него мы оденем глушитель. И расширенный магазин. Отлично. Экипировать.
Ну а теперь мы можем охотиться на злобного дядю. Так, так теперь нам надо доехать до него. Кто тут крут? Я. Стоп, стоп, стоп. Сейчас бы я тут покалечился. Так, берем камеру и, конечно, обсматриваем зону. Один человек тут есть. Да, сраные повстанцы, подавитесь этой дырой. Где же наш? Вон он сидит. Так, давайте мы его выманим сюда. Вот и все. Так, одного трупа обыскали. Давайте посмотрим, что там с другими. Исчезли, что ли? Ну а так неплохо получилось, чистенько. Так, теперь самое главное здесь по вышкам пройтись. Откроем мы все и все. Давайте смотреть, где ближайшие. Так, давайте в эту сторону поедем. Радиовышка. Предлагаю просто даже на машине доехать, чтобы вообще не париться. Так, стоп. Свиней-то тут нету, интересно. Так, у нас есть еще навыки появились. Посмотрим. Изготовление снадобья будет действовать на 25% дальше. Твердая рука. Нажимайте левый shift, чтобы перекрестие прицела стало неподвижным в два раза дольше при стрельбе. Стрельба на вскидку. Будете точнее стрелять на вскидку из пистолетов, пулеметов и дробовиков. Убийство сверху, понятно. Здесь. Так, адреналин частично поврежденные ячейки регенерируются на 50%. Физически подготовьте дополнительную ячейку здоровья. Вот это самое важное. Ну вот, теперь у нас три ячейки. Привет.
Так, а мы едем на нашу радиовышку, на вражескую территорию. Так, нехорошая собака нас пыталась укусить. По прямой поедем. Нет, по прямой не поедем. Вот же повезло-то, блин. Бывает же такое, а? Там дальше просто смерть главы. Рюкзак полон у нас. Так, нам надо новую машину. Так, давайте посмотрим, что надо для рюкзака. То без рюкзака мы ничего не сделаем. Рюкзаки. Так, шкура тапира. Шкуру тапира мы можем найти на нашей карте. Вот она. Тогда мы перемещаемся в деревню. Постоянно хочется нажать на таб после Fallout 4. Пошли. Красиво очень сделана игра, очень классная здесь природа, вообще как бы очень классно сделали. Вот. Так, я что-то слышал. А вот это тапиры. Так, слушайте, нам надо выкинуть что-то, иначе мы сейчас ничего не сделаем. Рюкзак. Давайте мы что-нибудь выкинем. Куры свиньи выбросить. Да. И давайте голубой лист выкинем. Ну вот, у нас новый рюкзак. Прочный рюкзак. Теперь усиленный рюкзак. Нужна шкура динго. Их 4 штуки нужно. Так, давайте сохранимся. Так, смотрим, где мы можем найти динго. Динго мы не можем найти нигде на этой карте. Тогда предлагаю все-таки идти к радиовышкам, чтобы открыть. Так, боезапас пополнен. Пойдемте. Потому что сейчас будет особо не до шуток и куча будет вражеских мест. Так, стоп. Смотрите, здесь у нас есть кувшинчик. Это у нас реликвия. Вон, надо взять.
Так, одну взяли. Тут еще деньги есть. Там парочку этих сундуков открыли. Первая реликвия из 120. Ну что ж, на вражескую территорию заезжаем. Карты у нас тут нету. Так, где у нас вышка? Вышка вон далеко достаточно. Предлагаю прям к ней направиться. Повело немного у нас. Ну ладно. Так, теперь нам надо как-то сюда залезть. Смотреть, где здесь вход. Слушайте, никого нету, отлично. Так, и залезть отсюда не получится. Там мостик. Так, это чтобы не шуметь. Так, можно изготовить предмет. Смотрите, что мы можем изготовить. Патронажа мы не можем изготовить, нам нужны шкуры кабана. Вот бумажник у нас есть. Отлично. Блин, нам надо наверх залезть. Нам все это боком не вышло. Вон они все катаются. Так, 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 ты никуда не пойдешь. Пригодятся на всякий случай. Так, ящички. Это чисто так, для калибровки винтовки. Так, как нам спуститься здесь аккуратненько? Можно? Можно. Так, вот здесь все гораздо сложнее. Здесь уже так, как в прошлый раз, получится подняться, как по лестнице поднимались. Давайте посмотрим. Так, денежки кто-то оставил. Такие вышки уже непростые.
Так, у нас опять очко навыка. Давайте посмотрим, на что можно его потратить. Так, собирайте в два раза больше ингредиентов с растений. Отлично. Опытный пловец. Вы видите, на 25% быстрее нажимая. Отлично. Падальщик. Вы можете спрятать тело после бесшумного убийства. Очень полезная штука. Так, ну давайте, да, наверное. Теперь мы можем его просто тащить. Да. И АК-74 бесплатный, Скорпион бесплатный, скоро магазин. Так, давайте смотрим. Топир, топир. Баран, баран. Угу. Так, ну что ж, теперь мы вот ради вышку эту освобождаем. Нам надо туда, получается. Очень далеко. И там еще деревня у нас. Блин. Но у нас есть хорошая новость. И плохая. Тут собаки. Вот это очень плохая. Не-не-не-не, откуда ты побежал? Черт! Ай-яй-яй! Слушайте, тигр это, конечно, жестко. Но его шкура, она нам тоже нужна. Очень неожиданно. Гадость. Так. Ну, нам нужен был, собственно говоря, квадроцикл. Так как он очень мобильный. Блин. Так, ладно, поедем по дорогам. Не понравился. Ладно, на квадроцикле, я думаю, доедем быстро. Ой, блин. Так, подождите, а что это было-то вообще? Вот, второй тигр. Он нам и нужен, скажем так. Стоит ли тратить такие ценные патроны? Я думаю, что нет. Так, теперь нам надо тигра грохнуть. Давай, давай, давай!
Жесть. Нам неслыханно повезло. Блин, а? Фигня какая. Я что-то думал, что у меня стимулятор есть, не обратил внимания. За бычками, значит, я побежал, ну ладно. Так, давайте отметим вышку и двинемся к ней. Так, и я, соответственно, потерял обе шкуры. Очень жалко. Или не потерял? Так, стоп, рюкзак. Да, потерял. Жалко прям, очень жалко. Ладно. Так. Ну давайте, наверное, задание выполним параллельно. Да. Вот это да, прокатились. Время еще есть. Бедняга. Вот увидим. Мы будем в безопасности. Так. А я практически в полутора километрах от своей вышки. Вот это далеко. Ничего не поделаешь, там на баге прокатимся дальше. Что с тобой происходит? Надеюсь, тут никаких этих не будет сюрпризов. Как хорошая музыка гавайская. Приехал, блин. Ну мы Гераклы, можем толкнуть ее. Давай, садись. Ах ты ж, блин, надо же промахнуться-то как. Патроны соберу, что ли. Гранату взял. Ладно. Я могу сесть в нее или нет? Походу дела не могу. По крайней мере, есть другой транспорт. Жалко, что из кабины нельзя стрелять. Ох, ё-моё! Не, слушайте, так дело не пойдет, нам надо будет сматываться. Ой, блин. Тормози, тормози, тормози.
Блин, а. Сейчас бы докатался. Так, и, кстати, в таких водах здесь крокодилы обитают. Ну, вроде все тихо. Отлично. Сейчас мы доберемся до тигра. Он у нас отмечен. Неужели это кабан? Слушайте, я не могу кабана взять. Блин, жалко, это как? По крайней мере, тигра сейчас завалим. Ну, шутки плохи. Топир, по-моему, да? Где мы находимся? Понятно. Да, топир. Я думаю, что их шкуры мне еще пригодятся. Ну а пока двигаем к вышке. Так. Создание предметов. Давайте, у нас медицинские стимуляторы надо. 4 штуки как раз. Очень далеко топать. Ну ничего не поделаешь. В таких водах обитают крокодилы. Хватить может так, что мало не покажется. Козла. Так. Как вас мочить-то, я фиг его знает. Гранатами, что ли? Таз, нормально. Они его замочили? Не, не замочили. Как
Блин. А вот это плохо. Мочи! Надо вроде бы все, нет, еще двое. Так, патронов нету. Тихо. Шуметь нельзя. Так, теперь мне надо обыскать трупы. Так, у меня рюкзак полон, офигеть. Давайте что-нибудь выкинем. Так, бумажники, рюкзаки, усиленный рюкзак. Нужна шкура динго. Так, что у нас? Собаки очень много, да? Ну, давайте выбросим собаку одну. Выбросили. Отлично. Так, тут деньги соберем. Что ж поделать, что и патроны. Так, калашников. Так, нам неприятности не нужны, поэтому мы связываться не будем. Это свинья. Нам нужен кабан. Так, шавки получили. Твою мать! Пока никто не приехал, нужно сматываться отсюда очень быстро. Да знаю, что рюкзак полон, но что сделаешь? Ай-яй-яй, нифига себе, мы тут не залезем. Так, что делаем? Мы сейчас трупы увидят.
Это не... Да, это свинья. Слушайте, а мне свиньи, по-моему, тоже нужны. Сейчас посмотрим. Давайте глянем. Создание предметов. Бумажники. Так, здесь мне нужна шкура акулы, рюкзаки. Динго, медицинская сумка. Леопард. Патронаж. Кабан. Гранатный козел. Вот, кстати, козел, да. Тоже козел. Тоже козел. Нифига себе. Кабан. Олень. Так, у нас козел это самый такой распространенный. Копчан для стрел. Бру козла. Офигеть. Слушайте. Че, ну, конечно, охоту на козлов устроим. Что же делаешь-то? А, вот так вот. Вылетели. Ну ладно, что ж, прерываем трансляцию. Скоро продолжим.